Уважаемые пассажиры, просьба надеть главное предложение сегодняшнего дня и пройти к стойке регистрации телеканала Шопеншоу на посадку в самолет до Сидней, Австралия. Ура, друзья, с бортпроводником, звездным стилистом Миколой Комендровым я готова лететь куда угодно. Полетели. Ну что ж, слушай, комфортная куртка, да. Расскажи про нее. А самое главное, универсальная база из элегантной стежки обеспечит стройность вашей фигуры и станет универсальной курткой для повседневности. И, безусловно, инновационные технологии обеспечат тепло до минус 10 градусов. Пусть эта куртка будет вашей лучшей встречей этой весны. Класс, мне нравится. Это главное предложение только сегодняшнего дня. Это премьера от бренда Мегаполис. Куртка от бренда Мегаполис называется Сидней. Полетели, посмотрим, полетели. Какие цвета сегодня мы представляем на телеканале Шопеншоу. Слушай, у нас 8 цветов на выбор, то есть каждый сегодня найдет себе свой неповторимый оттенок. Вот, например, светло-сиреневый цвет выбирает Ксения. Очень нежный оттенок, он прям, знаешь, женственность добавляет образов. Да, очень приятный, красивая античная роза сегодня представлена такого пыльного оттенка, поэтому выбирайте для себя. Смотрите, какой есть у нас с вами нежный оттенок бежевого, напоминающий кофе с молоком. Может быть, выпьем чашечку кофе в аэропорту перед тем, как встретимся со столицей Австралии. Чашечку кофе с шоколадом, ты не против, а? Да. Сладенькое всегда приятно, тем более, когда бренд Мегаполис предоставил для нас вот такой вкусный шоколадный цвет. Шоколадный хаки. Слушай, насколько я знаю, каждый год он на пике популярности. Да, потому что такой оливковый оттенок или табачный цвет очень хорошо подходит русским, потому что у нас чаще всего медовые или золотые глаза. Красный страстный оттенок для тех, кто любит привлекать внимание. И сливовый цвет, посмотрите на него, может быть, вам тоже нравится. Знаете, такие немаркие цвета, но в то же время с изюминкой. Так, вот этот цвет называется синий. Еще у нас есть темно-синий, сейчас мы вам покажем на контрасте, да, как выглядят два оттенка. Смотрите, видите, это темно-синий, а это синий, а это при синий. Заказе. Ну, а я выбираю классику жанра. Как тебе, Микола, на мне черный цвет? Идеальный черный цвет, причем за счет сатинового блеска он всегда смотрится таким нескучным. Ну что ж, зимняя куртка до минус 10 градусов со скидкой 37%. С учетом скидки цена 2999 рублей. И это максимально сниженная цена, который действует только сегодня. Завтра этого предложения, Микола, уже не будет. Размерный ряд у нас, внимание, от 46 до 60. Друзья, делайте свои выгодные заказы именно сейчас, пока действует максимальное снижение цены. Слушай, вот, кстати, 12 лет назад я летала в Италию. Привезла тут с собой очень классную стеганую куртку, которую я вчера, кстати, надевала. 12 лет прошло, а она, ну, по сей день на пике популярности. То есть я понимаю, что я на стиле, что я модная. Конечно же, безусловно, модная, потому что классические куртки, не имеющие лишних деталей, они, в принципе, не имеют тренда. Они всегда будут популярными. Давайте посмотрим также на итальянцев, которые уже представили коллекции 2021 года. Balenciaga, Burberry, Acne Studio, Fendi, Miller и, конечно же, Rag & Bone. Это уже у нас с вами представление подиумов. А давайте посмотрим реальных людей. Кейт Миддлтон, например, Кайли Миноук, Ричел выбирают для себя стеганую куртку. Даже королева Елизавета выбирает для себя стеганые курточки. Королева Елизавета. Почему? Потому что удобно, уютно. И даже в лондонском Олд Белдоне в прохладную погоду в таких куртках отменно. А наша очаровательная Ксения в такой античной розе. В темно-синем цвете представлена наша блондинка Дарья. И, конечно же, рыжеволосая, огненная наша Анна выбирает для себя красивый шоколадный цвет. И смотрите, они выбирают его с разными длинными. Длинное теплое платье в пол, пожалуйста, куртка вписывается. Классические брюки, оно вписывается. Укороченное платье до колена или юбка-карандаш, оно тоже вписывается. Универсальность, бессмертность, удобство и уют. Такой, Микола, беспроигрышный вариант на каждый день. Слушай, я вот так анализирую периодически свой гардероб. Вот эта итальянская куртка, стеганая до минус 10 градусов, я ее постоянно ношу. Да. Ну, когда морозы посерьезнее, вот минус 20 у нас недавно было, я уж тут шубу надевала потеплее. А так, самый ходовой вариант, это, конечно, вот такая вот куртка. Куртка стеганая до минус 10 градусов. Представьте, будете носить ее каждый день и вспоминать сегодняшний день и говорить, ну, спасибо телеканалу Шопеншоу, в хорошей цене 2999 рублей заказала и ношу постоянно. Кстати, вот все-таки вот моя итальянская куртка иногда меня подводит.
Потому что, смотри, там, видимо, в Италии не знают, что такое ветра российские. Они такие морозные и пронизывающие прям до костей. Поэтому у нас с вами здесь инновационные технологии и используются особые материалы для того, чтобы не продувало. Даже его сам, вот этот сатиновый блеск, уже является подсказкой того, что это не просто такая шелковистая ткань, которая блестит. Этот блеск создан автоматизированно. Ткань специальными производится пропитками для того, чтобы водоотталкивать и чтобы хорошо не продувало. Ну а внутри у нас с вами прокладывается синдипон для того, чтобы в нашей русской реалии в ветрах до минус 10 градусов мы могли быть согреты. А представьте, если вы в эту куртку добавите еще дополнительно теплый шерстяной свитер, так и в минус 15, и в минус 20 в этой куртке будет идеально. Даже имидж изнутри. У нас с вами здесь красивая вот такая вот подкладка, которая является вашей подсказкой, с какими цветами можно сочетать каждое изделие. От итальянского бренда Мегаполис наша куртка. Мы сегодня с вами прилетели в Австралию, Сидней. Все-таки это путешествие по городам, да, когда мы говорим про бренд Мегаполис. Ну и давай сейчас просто представим, сколько бы такая куртка стоила в Италии и сколько она вообще сможет стоить сейчас в интернет-пространстве. Ну, 6210 рублей, 5796 рублей. Это те цены, Микола, которые нам удалось минимальными, да, вот ценами обозначить. Да, вот смотри, прям очень похоже на нашу куртку, да, представлена за 5. И это нормальная цена для куртки до минус 10 градусов. Потому что эта куртка зима-весна, это зима-осень, это весна-осень. То есть это двухсезонная куртка. Вот такой античный пыльный рози, светло-сиреневый будет в названии. Есть у нас такой вот оттенок с вами бежевый, темно-синий, смотрите, классический такой оттенок вороньего крыла. Также есть классический синий, его выбирает для себя Даша. Шоколадный, сливовый цвет у нас с вами. Конечно же, красный, без него не обошлось. Цвет хаки. Цвет хаки. И у нас с вами представлен шоколад. Я выбираю для себя черный цвет. Кстати, по ощущениям хочу добавить, она легкая по ощущениям, практически невесомая. Это то, что нам необходимо зимой. Не ощущает на себе тяжелого веса, но теплая, непродуваемая, итальянская за 2999 рублей. Делайте свои первые покупки.